Первый IT-куб в области откроется в Переславле. Он появится на базе колледжа имени Александра Невского. Образование в сфере новых технологий будет доступно школьникам города уже с этого сентября. Программирование, системное администрирование, цифровую гигиену и работу с большими данными ребята изучат совершенно бесплатно по сертификату на дополнительное образование. Достаточно зайти на портал и подать заявку. Сейчас в здании проходят ремонтные работы, а преподаватели отправились в Псков на переподготовку. В планах привлекать к учебному процессу не только своих педагогов, но и специалистов из Ярославля и других городов России. Каждому кубу в соответствии с брендбуком будет соответствовать определенный цвет. Но цвета точно так же выбраны достаточно яркие – желтый, зеленый, красный, синий, голубой. То есть те цвета, которые воспринимаются нашими детьми. Всего у нас в Центре цифрового образования будет создано 5 кубов – коворкинг и лекторий. Первый IT-куб откроют в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», который является частью нацпроекта образования. Помимо обучения, в планах проводить на базе куба еще и воркшопы, мастер-классы и другие мероприятия для школьников со всего региона. Мы видим огромный интерес ребят именно к информационным технологиям, и при этом IT-компании испытывают дефицит квалифицированных кадров. Поэтому вот главная задача такого новой структурной единицы в нашей системе образования как раз обучение ребят, знакомство с IT-технологиями, обучение их в этой сфере.